Стоимость потребительской корзины в Северной Осетии по итогам третьего квартала снизилась на 411 рублей и составила 9414 рублей на душу населения. Замминистра труда и соцразвития Анжела Мамаева пояснила, снижение стоимости потребительской корзины связано с сезонным падением цен на фрукты и овощи. Таким образом, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составила 9926 рублей, для пенсионеров 7618 и для детей 9942 рубля.